Всем привет! В этом видео мы будем лепить рыбомир. Берем синий цвет и разминаем. Теперь растягиваем. И вот так вот делаем. Потом голову еще растягиваем до его меча. Теперь берем губы и делаем вот. Так, теперь берем опять плывой и сделаем его огромный парус. Так, а потом приклеиваем. Если у вас еще слишком большой, то еще немножко будет сойти. Вот так. Берем белый и держим глаза. Теперь берем голубой и делаем его нижние плавники. Вот так. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!